Дорогие друзья, всех приветствую из галереи Люкс. У меня сегодня такой тяжеловес. Это Бриге Марина Рояль в белом золоте. Я вам хочу сказать, такой прямо очень увесистый экземпляр. Абсолютно новые часы в заводских пленках. С белым вот таким вот шикарным циферблатом. Вообще у Бриге, если честно, мне циферблаты нравятся больше, чем у каких-либо других часов. Вот, обратите внимание, мои часы, то есть аналогичный циферблат, но темный, а здесь светлый. Ну и, конечно, вот с белым золотом он выглядит просто шикарно. И когда мне люди задают вопрос, какие лучше часы покупать в желтом или в белом золоте, я могу сказать, что это все конкретно зависит от часов. Вот этим часам белое золото идет просто как никому.